сегодняшнего дня радует как поклонников ретро-музыки, так и юных ценителей суперсовременных ритмов. В Крокус-Сити Холле сегодня выступает звезда 80-х, британская певица, свой первый хит «Сидзе Америка» она записала еще в 1981. Затем последовал целая обойма шлягеров «Камбоджа», «View from a Bridge», «You Keep Me Hanging On». Она была настоящей принцессой эпохи диска. Несмотря на то, что мода на этот стиль давно прошла, Ким, уже разменявшая пятый десяток, по-прежнему собирает полный зал во многих странах мира. Судя по всему, немало зрителей посетят ее концерт в Крокус-Сити-Холле. Ну а на другой столичной концертной площадке, в Олимпийском, канадский...